Ну что ж, седьмая серия. Одна такая, ну, коротенькая новость. Я тут немножко графика понизил, дабы надоели эти уже падения FPS. Ну и это уже, это... Вот это вот уже, вот это вот. Теперь, конечно, будет сложнее придумывать оправдание, почему я хреново стреляю. Ну, я надеюсь, я и так справлюсь. Ну, в смысле, придумывайте оправдание, почему я хреново стреляю. Ах. Я не понял даже, откуда это был выстрел. Откуда ты? Скотина сзади еще. Ты лети. Вечно на меня всякие нападают непонятные. Надо, кстати, оружие перезарядить. Убедиться, что заряжено хотя бы. Три ГПшки. Это шикарно. Помнится, они еще сверху будут на меня нападать. Веревка. Чёртовы вояки, что я им сделал? Ой-ой. Все равно фрезы небольшие. Ну или не очень небольшие. Отстаньте от меня уже, блин. Даже себя там снизу стреляет. Мне бы как-то куда-нибудь добраться бы. Вы что-то мне кажется, я здесь не допрыгну. Ну и место. Не, она, конечно, красивая, но... Оу. Так. Я сейчас еще упаду. Он просто почему-то не прыгнул, а просто вниз полетел. А, вот, теперь я вас вижу. Ну вот, фриз, блин, еще и на прыжке. Просто шикарно. Ну что вот это такое вот, вот это вот? Вообще кошмар какой-то, блин. Сейчас попробую отключить ключи. Камешки. Опасно. Что-то там. Ну, я не помню, как это переводится. Ну, наверное, понятно по контексту. Вроде стало тьфу-тьфу лучше. Вообще, мне помнится, здесь будет вторая битва с Апачи. Ну, если она здесь будет. Она, мне помнится по Half-Life, что она здесь была. Она была позже, мне там должны РПГшку дать.
Установите заряды к РПГ. Заряды к РПГ мне явно дали не просто так. Это там еще второй есть. Вообще, если это морпехи, то по идее не апач должен быть, а кобра. Очень как бы армейский вертолет. Тихо там. Как мне нравится взрывать их прям вообще. Обожаю. Взять боеприпас из ящика. Вот и апачик пролетел, если заметили. Хвост был виден. Только осталось теперь сам гранатомет найти. Правда, у меня вот такая штука есть. Которая, мне кажется, вполне себе аргумент тоже. Правда, он сам неплохо так это дает прикурить. Вот здесь, по-моему, не помнится, появлялся апачик. Шикарное место. У меня нет гранат. Видимо, нет. Я почему-то вообще пятое выбрать не могу. Ну тут, конечно, взрывчатки столько. Интересно, она отключится? Можно, конечно, пробовать проползти, например, было. Эти не пропали лазеры, типа еще где-то есть. Вот РПГшка лежит. Странно, что не пропали лазеры. Не, нормально. Ну что ж, теперь поиграем. Теперь я могу включать лазер. Не знаю, как эта штука называется. С лазером наведением, ракета. Такого я никогда не слышал. Ну иди сюда, дружок. Или не промазал. Честно говоря, у меня такое ощущение, что проще его с этой штукой разломать. Давайте-ка вот эти лучше пока потратим.
Ну иди сюда на пончик. Поведение, честно говоря, было не очень реалистичное. Все равно, что он никак не развалился. Ну и ладно. Ну, победили. Правда, в реальности там как бы 30-миллиметровая пушка с различными боеприпасами. И она бы немножко меня быстро раздолбала. И не важно, какой у меня там супер-мега-крутой костюм. Эта пушка может как бы танки пробивать. Хоть и не очень эффективно, но может. И никакая броня носимая не поможет. Что-то выстрел у гранатомета не хваляется. Пачек все еще лежит и дымит. Ну, поехали дальше. Ну-ка я пока дробаш. Отличный фриз. Спасибо за камешки в рожу. Ого. Они там что-то уничтожили. Прикольно, прикольно сделано. Прям верю, если честно. Особенно то, что волна так это звуковая пришла гораздо позже. Я тут должен выпрыгнуть, малыш. Улетел и не обещал вернуться. Я промазал, кажись. Что вам всем надо от меня? И главное, кто за мной следит, зная, что нужно именно сюда телепортнуться. Хотя понятно, зачем это сделано, чтобы... Ну, это шутер, и надо же дать игроку возможность пострелять. Кажется, я помню это место. Оно плохое. Это вот одна ошибка, это переигрывание. Mm.
Отличный фриз. Кажется, я чей-то голос слышал. Хватит уже фризить, блин, а. Ух ты, ё-моё. Фига себе. Че это такое было сейчас? Вот? Я оказался... Меня прям примагнитило танком почему-то. Видимо, лучше пока здесь не подниматься. Но фризить меня продолжает. Видите? Да что ж такое-то сегодня? Сейчас еще раз запись выключу, включу. Короче, сделал все, что мог уже. Отрубил несколько служб виндосовских, которых что-то делали непонятно. Открубил, короче, интернет еще себе сейчас, потому что, ну, он мне сейчас не нужен, я как бы в одиночную игру играю. Чтобы лишние это, действия компьютер не совершал, поддерживая работу интернета. Но мне, видимо, все равно придется штурмовать эту базу. Там, кажется, Абрамс катается. Он еще и стреляет. Он топит и просто долбит в никуда. Отсюда я пришел. Надо скушать пару этих. Хотя на самом деле не стоило. Абрам сейчас, небось, всех этих морпехов поубивал. Гранаты кидать еще. Он хоть предупредил, а кто его знает. Не видел прицел на фоне неба. Идите отсюда. Вот о том я и говорил, Абрамс долбанул. Новый босс танк. Босс. Вертолет был, теперь босс-танк. Хоть, знаете, после отключения интернета как-то все заметно лучше стало. Здесь немного FPS местами не очень. Это, видимо, уже место такое просто. Но стабильно не очень. И будет этот Абрамс найти бы, как-то будет удобно найти бы. Там орать.
китов. На самом деле он какой-то слишком живучий. Там первый выстрел в ту зону минимум уже должен был его довольно-таки прилично вывести из строя. Если выстрелить немножко правее, у меня мешало это. Там будет комплект. Правда. Не, отстань уже от меня. Чувак! Вот так вот тут. Кой-как. Чуть не сдох. Честно говоря. Ну, Абрамс прикольно подорвался. Даже башня слетела. Сначала поищу, что можно собрать. Боекомплект сюда пополнился. На самом деле от стрельбы с пушки на такой дистанции потерь было бы гораздо больше, он бы больше бы своих наубивал. Просто сам по себе выстрел танка, это вполне себе в конусе может поубивать. Ну, он бы просто тупо не стрелял бы. Да и толк-то. Он бы здесь просто всю территорию бы разнес вокруг. Меня бы так не убил. Прикольные автомобильчики. Классно, модельки сделаны. Ford Crown Victoria. Ну, похожие, по крайней мере, очень. Убитые охранники. О, крутяк. Вот намек мне. Так, у меня гранатомет заряжен. Заряжен. Проверим. Все. Вроде все заряжено. Не знаю, зачем мне возможность опускать эти штуки. Ну, возможность почему-то есть. Что-то мне подсказывает, что можно сделать так. Только это ничего не дало. Дверь не открывается. А зачем тогда можно было замок отстрелить, если нельзя открыть дверь? Ладно, я не буду по этому поводу париться и задумываться. Лучше подумаем, что делать дальше. Эти лесенки, я думаю, здесь неспроста. Может быть, неспроста. Не опускается. Непонятно пока что. Здесь, видимо, это просто источник боеприпасов, но и возможность подлечиться. Странный чувак. Просто потому, что ты можешь залезть наверх, это вовсе не означает... Ну, это не делает ее лестницей, как бы, ну, вот эта вот дверь, видимо. Вот такая шутка. Видимо, какой-то намек есть, что здесь что-то нужно как-то где-то зачем-то. Не, ну я могу здесь наверх подняться, но а смысл в этом? Я здесь не пролезу никуда. Мне непонятно. Я знаю, что я ей тоже много раз говорил за время прохождения игры. Но мне правда непонятно. Вот туда он еще и не ходил.
меня, правда, по ходу дела возникла мысль, что, возможно, там надо просто нажать. О, еще гранатомет. Нет. Я просто вспомнил, что когда я искал все медикаменты, я видел кнопочку, но подумал, что пока не хочу ее нажимать, потому что хочу пока подлечиться и тому прочее. Вот эту кнопочку. По-моему, здесь сейчас должен быть это Брэдлик. Я же говорю, правда, не Брэдлик, а Лав 25. Долбает мощно. Чуть не убил меня, блин. Зачем дверь-то закрыли? Я мог подлечиться. Два выстрела. Но это всего лишь Лав 25. Он должен от первого, по идее, должен был лопнуть. Я почти дохлый. Здесь ничего нету. Не, хп мало. Вот теперь немножко получше. Сейчас будет еще получше. Вот так получше. Правда, я все гпшки истратил. Ну, кажется, я вояк тоже истратил. Ручные гранаты. Много ручных гранат. Загрузка. Здесь, конечно, дело отворяться-то. Мины. Курсор не вижу. Видите курсор? Ну, просто центром экрана сейчас выстрелил. Нафига здесь мины поставил? Бедный ученый. Еще кто-то протаранил автомобиль. Ой-еки. Это вообще... А, понятно. Это третья рука в Артигонте. Но я помню это место. Ну так, немножко. Не так, что прям хорошо помню. Ну то есть я не помню, что мне делать. В основном. А я помню в общем это место.
В общем, была фича в том, что там будет много-много-много взрывчатки. Если ее задеть, то все. Нужно заново начинать. Короче, все здание взрывается. Давайте ради эксперимента. Пока нормально. А эти, сколько ее, тоже намеки идут. Снайпер. Скотина. Строил тут засаду. Минное поле. Чем мне через минное поле идти? Ну, видимо, да. Больше тут вариантов нет. Вот, видимо, для чего мне все эти гранаты давали. Долго я так буду прочищать дорогу. Тротуар себе делать в минном поле. Электричество какое-то. Дверь автоматически закрылась. Меня, признаться, это несколько смущает. Растение сквозь бетон. Я не понял, откуда меня снайпер-то выстрелил. Кажется, там даже что-то взорвалось. Зачем я туда это сейчас сделал? Потратив три гранаты, чтобы попасть никуда. Сука, напряжение. Опять дверь автоматически закрылась. Меня терзает смутное сомнение, что я туда влазил, чтобы электричество вырубить. Уж похоже, эта штука под сильным напряжением. Ну, я нормально пролазил. Ну, я туда лазил, чтобы снайпера убить. Потому что он сейчас бы в меня стрелять, наверное, начал.
здесь, видимо, электричество можно отрубить. Ну, видимо, он в ту дырку мне. Не зря же здесь дырка. Раз есть дырка, значит, надо в нее залезть. По-моему, это логично. Здрасте. You're heading for the Lambda complex, aren't you? Верно. I was heading there myself until I wound up here and, well, I simply lost my nerve. Take one look through that door and you'll see what I mean. I'm going to wait out the catastrophe in here. If you intend to go on, then I beg of you, for all our sake, proceed with extreme caution. Да, я понял, тут сюда взрывчатка. У тебя есть ничего ценного? Нет, чувак. Так может ты просто наверх залезешь и вылезешь отсюда? Are you sure this is the right way? Эти закрывающиеся двери. Кстати, в целом FPS стал заметно стабильнее. Ну, после как я и графику понизил, и что только не сделал. Как и думаете, я пролезу или не пролезу? Видимо, наверное, лучше прыгать. Но это нифига не будет просто. Пусть на меня прыгают, чем они туда прыгнут. Короче говоря, как видите, здесь отсюда взрывчатка. И если задеть, то это все дело рванет. Насколько помню, здесь надо было ящик подвинуть. Что-то подобное, по-моему, было. Интересно, почему эта штука раскачивается? Да уж, просто здесь не будет. А вот эту штуку, кажется, можно захватить. Ой. Ой-ой. Я прямо на взрывчатку спрыгнул. Я и не заметил. Ой, блин, часто я что задел? Ой, виноват, задел. Такое ощущение, что проще отсюда пройти. Более контролируемо будет. Чтоб я знал, куда мне идти и зачем. Да, они просто повсюду эти лазеры. Ну, здесь точно не пройти. Какой упертый сапер был, чтобы все это дело заминировать так.
Ну, да. Это рука, короче, которая там, помните, в той-то лаборатории серию назад-то были. Вот у них в качестве рук были вот эти. Ну, вот этот труп и лежит. Если эту штуку взять, то можно в качестве оружия использовать. У меня, по-моему, бесконечный боекомплект. Да уж, просто всюду лазеры. Я понять не имею, куда я двигаюсь. То есть у меня конечной цели нету, скажем так. Все безопасно. Но как я туда попаду? А главное, как я потом оттуда выберусь. Мне почему-то кажется, что есть способ все это дело взорвать. То есть взорвать и остаться в живых. Правда, учитывая, что здесь вон эти боеголовки, конечно. Но, видимо, не достать мне эту штуку. Пока что. Тут под какой-то лупой разглядывал боеголовку какую-то. У меня такое ощущение, что я прошел. Ну, по крайней мере, куда-то прошел. Вот это, кстати, правильно, экшен. Вот. Не просто он состоит из стрельбы и прочего, а именно, что здесь вот так вот. Вот это классно сделано. Необычно. Это, видимо, ни для чего не надо. Вот это я, кажется, знаю, для чего надо. Ну, слазить долго. Вот так вот. А если бы я не разломал бы, то это... Она бы взорвалась. Ой, что-то я это... ступил. К счастью, я сохранился. Давайте лучше здесь. Ракеты. Главный вопрос. И зачем я сюда шел? Есть какая-то цель, зачем я сюда шел? Он может прыгнуть и попасть в лазер. Поэтому его нужно прибить. Непонятно, зачем я сюда шел. Ну, кажется, я сделал круг. Меня терзает смутное сомнение, что нужно, наверное, наверх залезть. Попробовать сверху выпрыгать и, наверное, сюда попасть, и вот там на лифте спуститься. Потому что это лифт. Ну что, вот там кнопки есть. Все, я понял.
Теперь у меня есть цель. У меня в любом случае сюда надо. И все. Даже туда прыгать-то не надо, вот сюда сразу. И штуку я эту получу. Какой он симпатичный. И вы не поверите, как им управлять. Да, вот так вот им управлять. Пожалуйста, не надо комментариев по этому поводу. Оставим это. Ты живой? Ну я рад, что ты живой. Только не тыкай в меня этой штукой, а? Don't take this the wrong way, buddy, but you're the best thing I've seen all day. Okay, I'm ready. Странно, я видел краем глаза, что здесь что-то упало. Хотя, возможно, это просто искры были. Загрузка. Надеюсь, этот-то не сломается, как тот в лаборатории. Hey, me and a buddy of mine were looking for some kind of weapons lockup around here. Well, at least till we got ambushed. With any luck, we're close to it. Да, а ты мне не скажешь, где именно-то? Отличное место для пулемета. Армаз. Эта штука пригодится. Ну так нифига Улав 25. Лавка тут правильно. Учитывая, что морпехи действуют. Значит, лавка должна быть. Камера следит. Кажись. На самом деле это печалька, что я это разношу. Морпехов. Ведь они сейчас реально воюют с инопланетным вторжением, фактически, а я их убиваю. Нехорошо. Почему они атакуют и ученых? Потому что они не могут сейчас быть уверены, заражены мы или нет. Все, может быть, снайпер. Watch your ass.
конечно. Все, чувак. Снайпера больше нет. Мансуют, конечно, ход шикарный. Готово. Закончились вояки. How many lives do you have? None if it wasn't for my new buddy here. Hey, buzz us in, will you? Oh, yeah. Go ahead. Oh. Shit. Not bad, huh? Not bad. You hit the mother load. What can I say? I got expensive taste. Damned if I'm not glad to see a familiar face. Ну, вы не против, да, это? Правда, что-то как-то совсем немного в меня влезло. О, шикарно. Все, я подзарядился. У вас это, компьютер накрылся. Дверцу я прикрою. Если вы не против. Ну это просто охренеть, сколько тут оружия. Классно лежит, конечно. Впечатляет, впечатляет. Ну, видимо, идем дальше. Ну, охранники пусть остаются. Мне подсказывают, что нужно вон туда. Чё-то здесь не очень хорошее место. Что здесь именно так разнесло здание? Но разнесло его прилично. Здорово. Все, закончились вояки. Интересно, так куда и зачем мне идти? Ой, что-то не прыгнул.
что не надо. Кажется, что-то сейчас будет. Здрасте. Сантик. Такой их. Коси, коси. Мы пока не будем вмешиваться. Пусть они друг с другом поразбираются. Зачем вмешиваться? Что, все, у вас закончилась война. Много вас что-то. На вашей стороне. Вот такая разборочка. Подзарядочка. Очень странно, что меня... Понятно. Прикольно, мне нравится. Правда, я сомневаюсь, что стоит вот так сзади стоять. Момент пуска. Но это было здорово. Очень напомнило Тушина. Честно говоря. Было прям очень здорово. Благодарю, повеселили. Бедный Абрамс. Они даже меня ни разу не выстрелили. Загрузка. Именно прикольно сделано, что нужно прямо это... Брать выстрел, класть его на установку. Классно сделано. Ничего, чувак, тебя не видно было.
Все. Бедный Вардигонт. Ну, я сомневаюсь, что вот так он, конечно, разрывает М2. Это, конечно, очень сильное и мощное оружие, но не так, чтобы вот так вот это разрывать. Конечно, так и так. Может, не участвовать в ней просто? Ну там, пусть развлекается. К сожалению, видимо, вояки проиграли. Они чем-то заразили. О-о-о! Это было неожиданно. Если честно. Понятия не имею, что я делаю. Зомби, а зомби? Ой, как дробаш. Перезарядка. Это не я стрелял. Вот такая зачистка от зомби. Хаммерстоун. Что с ним случилось с автомобилем? Видимо, он как-то поучаствовал в обрушении. Я круг сделал. Может, мне здесь наверх надо попасть? По-моему, я сделал круг. По-видимому, я и был наверху. Пока я появлюсь. Эй, вы там друг с другом воюете, чего вы на меня тут отвлекаетесь? Мне, видимо, туда и надо. Слышь ты, у меня тоже такая штука есть. Видит, доворачивает. Я даже знаю, как поспуститься. Правда, меня терзает смутное сомнение, что опять полезет, как только я вниз пойду. Прикольно. Подвинулась.
дальше, наверное, туда. Не зря же это место светится. Выглядит, конечно, не очень привлекательно. А, я помню это место. Я помню этих жучков. Очень противных жучков. Знаете, как тушканчики в этом, в сталкере. Теперь я их могу сам запускать. Вот такие милые жучечки. Сейчас будет на меня нападение. Как туда попасть? Я здесь никого. Живо очень засада выглядела. Да ведь. С этими переговорами. Получил еще ящики. Много ящики. Умри, ящик, умри. Не хочешь по-хорошему? Ну вот он, бессмертный. Читер! Это мне подсказывает, что неспроста можно эту машину поднять. Я даже, кажется, знаю, что мне делать нужно. Ну да, ящики бессмертные. К сожалению, ящики победили на этот раз. Но ничего, я возьму еще реванш. Ой, упал. А вообще, что я делаю? Я прям чувствую запах этой пыли, которая поднялась. Теперь мне точно туда надо. Давайте поступим проще. Что-то мне подсказывает, что можно так вот сделать. И не надо там нигде прыгать. Эй, я здесь.
взорванный. Смотрится прикольно. Новая позиция. Что тут происходит? Станция, эх, опять Браво. Вообще-то наличие на силы поддержки сектора 8. Видимо, дела у военных уже идут не очень хорошо. Да никто тебя не слышит уже. Где мой пулемет? Чуть не убили. Эти ворота очень мощные, честно говоря. Очень мощный, буду вполне говорить. Надеюсь, их сейчас спасут. Видимо, там ничего не будет происходить, пока не подойду к ним. Ну вот, все закрыто. Честно, бронетехника еще. Че, все? Наш победили? Извини, чувак, но ты очень опасный. Вот так. Ну ладно, я думаю, серия затянулась. На этом я буду ее заканчивать, на этой битве. Битва окончилась, мы победили. Я единственный выживший, как всегда. Жалко, эвакуировать не получилось.